Всем доброе утро. Хочу показать девчонок. Вот одна девчонка. Сонное царство. Я на работу собираюсь. Это Лерка спит. О, уже в позе солдатика. Все, мы не окутываемся. Мы не любим окутываться. Так вот. Вот такие путевые гуси. А вот этот сюрприз уже не спит. Иди пока к себе в комнату. Не буди девочек. Пойдем. Потом почистишь. Пойди пока ложись. Да, сейчас я его подниму. Иди потихонечку в свою комнату. Поиграй пока там. Возьми кубики. Такая вот. Она в таких интересных позах сегодня спит. Потому что гибкая очень дамочка. Так, Егор, иди в свою комнату играть. Бери кубики и шагай туда. Привет. Снежан, мама, поздоровайся, мама, Снежан. Мама, сними меня. Все, поехала. Снимаю, снимаю. Ух, все, полетела Снежанка. Так. Я еще только плетусь с работы. Пятый час. Девчонки гуляют. Лер, где Егор у нас? Там где-то, дома. Где-то, дома? Да. Мишка звонил, говорит, можно я его вымою. Думаешь, он его уже вымыл? А что вы его домой? Он грязный, что ли, здесь? Нет. Просто Миша сказал его позвать домой, этот, белье собирать в баню или в ванне. В общем, он его мыть пошел, да? Скорее всего. Все. Лер, у тебя есть часы или что? Давайте еще часик и домой тоже мыться. Слышала, Снеж? Еще часик и домой тоже. Васюша! Леру слушаться, на дорогу не ездить, только по тротуару кататься. Ладно. Леру слушаться. Ой, рука пакетом занята, телефон не выключить. Пока девчонки гуляют, я после работы полчаса отдыхала. В общем, вот такие бантики я им сделала. Подарю сегодня вечером. Ну, сейчас. Сейчас вымоются. Вот эти бантики. Васе и Снежке с поняшками. А Лере вот такую вот. Вот такая. Красота. И будут мои девчонки красивыми. Вот нет никого. Мы есть. Это что такое здесь? Это что за провокаторы сидят? У нас всё есть. Вот это. Егор, ты не загораешь. Мама, Лера, можно я у Леры спрошу, чтобы я тоже поиграл? А я тебе не запрещаю, спрашивай. Но даст ли Лера тебе поиграть, это ее уже решение будет. Так как ее телефон. Так, я чего пришла-то? Давайте диванчик. Я сниму показать. Егор, ты уже застелил? Лер, ты прям на постельное ему села? Так, в общем, мы Егору поставили новый диван. Мама, сегодня его собрали. Так, Егор, я говорю, ты молчишь. Такая игра. Все. Две такие подушки к нему прилагаются. Для уюта. Я на ней буду постельное спать. Белье, там есть ящик для того, чтобы постельное белье убирать. Этот диван раскладывается в кровать, в двухспальную, в полноценную. Моя подушка. Ну, ему и незачем это сейчас. Он будет так спать. Тут ему хватит эти полтора. Я хочу вот на это размер. Сегодня спать. Нет, Егор, спать ты будешь на лавочке.
Старый диванчик мы пока у него в комнате оставили. Потом уберем. А новый диван, я на нем да. буду спать сегодня. В общем, мы хотели ему заказать кровать-чердак со встроенным письменным столом, шкафом. А, ну, посчитали. Он там выходил почти 20 с чем-то. В общем, мы бы не выкрутились, если бы мы купили за такой... А, плюс еще матрас нужно дополнительно купить. В общем, по деньгам мы не выкручивались. Мы поискали. Диваны тоже где-то стоили 18-20. Такие вот, именно вот такого качества. Потому что вот хорошие диванчики. Такой жесткий. На нем прыгать не будут. Вот. Я не люблю, когда на диванах прыгают. Не будешь ты прыгать. Две шишки набьешь себе и не будешь. Почему? Вот. Этот диван нам обошелся вместе с доставкой из другого города. Доставка стоила 1000, по-моему, с чем-то. Диван обошелся в 11 300. Мама, в общем, мы считаем, что у нас удачная покупка. Да, Лер? Да! Мы сэкономили. Относительно, конечно. Вот шкаф ему пока не нужен. У него вещей немного. У него есть комод. Стол письменный у него вот этот пока есть. А вы мне купите, закажете коврик. Вы же говорили, что вы закажете мне коврик. Коврик, вместе с когда я найду тот, который хочу, я тебе его закажу. Я хочу с машинками тебе, чтобы машинки были. Чтобы ты испугался. Егор, ты мне испортил весь кадр. Ты же у меня красивый мальчик, а сейчас все на тебя посмотрят и скажут, ничего себе он, клоун. Он клоун, да. Лер, завязывай давай в телефон играть. Ты меня слышишь? Все, выключай. Да. Выключай и убирай отсюда. А то он тебя будет просить телефон. Лер, ему нельзя глаза напрягать, а ты его подсаживаешь на игры. Так, ну что? Скажи нашим зрителям. До свидания! До свидания! Скажи, подписывайтесь, кто не подписывайтесь на наш телефон. Телефон? Да. Зачем на наш телефон подписываться? На наш компьютер. На наш канал, Егор. На наш канал. Ну вот я тебя ловлю в кадр, а ты у меня как этот, ягозенок. Я ягозенок. В общем, вы можете подумать, что он кривляется. Он не кривляется, он всегда такой. Мои подушки. Веселый, нам с ним весело. Мои подушки. Так. Смотри. Пришла к девчонкам в комнату. Думала, они тут рисуют у меня. Они уже спят. Снежана одела пижамку. Спит. Как всегда раскутанная. Все, обнимку с Мишкой. А Василиса прям в одежде. Опять у нее в кровати бардак. Я ее ругаю за это, конечно. Но это у нее постоянно так. Она все время, она как хомяк, все в кровать тащит. Все в кровать. Все. Мы спим. Вот, смотрите, полная кровать. Книжки читались перед сном, видимо. Игрушки мелкие. Ой. Все коленки в синяках. Синяки. Зато велосипед освоила. Да, всё, Егор, Егор! Девочки спят, не кричи. Так, давай зубы чистить уже. Все. Она у меня ко мне. Пойдем, я тебе наведу. Пойдем.